Всем добрый день, милые девушки! Говорю девушки, потому что сегодня мое видео для нас, для девочек. И поговорить я хочу про кожу рук. Вернее, про сухую кожу рук. Потому что ни для кого не секрет, что сухая кожа рук является проблемой очень многих из нас. Наши руки в первую очередь выдают наш возраст. Не так лицо, за которым в основном все девушки стремятся ухаживать, подбирать какой-то правильный уход, а плюс грамотный макияж и минус 5, минус 10 лет, легко. Вот. А почему-то о руках многие из нас забывают. Кожа рук практически не содержит сальных желез. И поэтому очень уязвима. Из-за неправильного ухода, из-за каких-то природных факторов, солнце, ветер, холодная погода, химия, моющие средства, да просто вода, также недостаток витаминов, все это может привести к сухости кожи рук. Ну, плюс еще неправильный уход или даже просто кожа рук сухая. От рождения, врожденно. Для того, чтобы сохранить нашу кожу рук в хорошем состоянии, необходимо, конечно, заботиться о руках не меньше, чем о лице. Ну, в первую очередь, это, конечно же, перчатки защитные, которые будут защищать руки от воздействия какой-то бытовой химии. Каюсь, я тоже этим часто пренебрегаю, потому что, ну вот, думаешь, раз, быстренько сейчас там тут помою, почищу, ничего страшного не случится. Ну так вот, надо все-таки стараться защищать свою кожу рук перчатками от каких-то агрессивных моющих средств. Еще очень важный фактор, о котором почему-то многие не знают или забывают, это когда мы моем руки, не использовать постоянно, гели какие-то или мыло с антибактериальным эффектом, потому что они имеют такое свойство очень высушивать, пересушивать кожу. Поэтому без необходимости не пользуйтесь такими средствами. И когда мы руки помыли, нужно обязательно насухо их вытереть. Потому что если вы оставляете капельки воды на своих руках, то эта вода начинает испаряться с кожи и вытягивать влагу из кожи ваших рук. Поэтому когда моем руки, обязательно все хорошо насухо вытираем. Ну и, конечно, защищаем наши руки от каких-то природных факторов, от холода, это перчатки, варежки в холодное время года, от ветра, от холодного, чтобы не пересушивалась тоже кожа рук. Ну и, конечно, это правильный уход. Обязательно пользуемся различными кремами, пилинг делаем раз в неделю. И сегодня как раз я хотела поделиться с вами. Для чего я вообще снимаю это видео, потому что вообще это как-то не моя тема. Ну и просто не могла с вами не поделиться. Хотела рассказать вам об одном простом средстве. Это картофельный крахмал, который замечательно помогает в уходе за кожей рук. И это даже будет как бы два в одном. Это будет пилинг сразу и питание. Не надо каких-то прям супер дорогих каких-то... Не надо приобретать супер дорогие какие-то средства. Можно делать вот такой вот раз в неделю. Вот такой вот домашний уход. Крахмал вообще обладает замечательными свойствами для кожи лица и для кожи рук. Не имеет никаких противопоказаний. Он увлажняет, питает, разглаживает кожу. И давайте посмотрим, что из себя представляет данная домашняя процедура. Давайте приступим и сделаем вот такую, не знаю, даже это пилинг плюс маска, все в одном получается. Возьмем столовую ложку соли. И столовую ложку оливкового масла. Все это размешаем. Еще нам потребуется вода тепленькая, в которую мы добавим обычный крахмал. Все, теперь берем вот эту вот смесь соли с оливковым маслом и хорошо скрабируем свои руки.
Это получается такой своеобразный солевой пилинг. Но здесь еще идет оливковое масло, которое будет смягчать и питать кожу. Скрабируем полностью все участки и даже ногти, кутикулу. Сухие участки особенно хорошо прорабатываем. У меня обычно сохнут вот здесь подушечки пальцев. И так прорабатываем хорошо каждый ноготь. И так скрабируем каждый пальчик, каждый ноготок. На одной и на второй руке. Казалось бы, ничего сложного нет, но, наверное, большинство из нас по натуре такие ленивые. И лень что-то сделать, легче пойти и намазать каким-то кремом. Все, теперь вот опускаем руки в воду с крахмалом. Вода должна быть тепленькая, приятная. И подержим минут 5-7. В этой воде уже после скраба ощущается, что руки, пальчики становятся такие мягкие, мягкие, нежные. И подержим еще немножечко в этом растворе крахмала. На один стакан воды можно взять 1-2 столовые ложки крахмала. Все, достаю руки из ванночки крахмальной. Обычно вытираю бумажными полотенцами, обычно, потому что все-таки на руках остается немножечко оливковое масло жирное. Вот на лицо вообще просто изменение. Кожа становится очень гладкая, очень мягкая, напитанная. Кутикулу, посмотрите, даже не нужно обрезать. Ну и напоследок я просто не могла с вами не поделиться своим открытием, потому что у меня есть проблема сухих рук, очень сильная, несмотря на весь комплексный уход за руками, все равно периодически руки у меня вот здесь вот очень сильно сохнут, особенно подушечки пальцев. Существует просто огромное количество всяких разных кремов для ухода за руками, но могу я вам сказать, у меня вот их вот тоже целая куча, это лишь малая часть всяких разных кремов, которыми я пользуюсь, и несмотря на то, что тут там супер-пупер увлажнение, питание, маунтин формула и все остальное, и с глицерином, и без, и для ногтей, и для всего остального, но вот они не работают так, как бы хотелось. И в таком случае, когда вот реально прям кожа рук очень-очень сухая, я пользуюсь аптечными двумя средствами. Это первое средство, вот такой вот пантенол 7%. Вот. Замечательное средство для сухой кожи рук. Но он у меня стоит на втором месте, а на первом месте у меня вот такой вот крем, который называется Урея. По-русски 10%, да, важно, 10%, потому что он может быть еще 5%. Потому что для меня 5% это очень-очень слабенько, не работает. Так вот, хочу сказать, я ставлю фотографию здесь где-нибудь вверху, что существует еще оригинал этого крема, он называется у нас здесь Atopic крем 5-10%. Выглядит он немножко иначе, поставлю фотку, он немного такой голубого цвета и обладает запахом. Вот этот крем не оригинальный, это такая аптечная серия от сети местных аптек. Он абсолютно без запаха, просто беленький такой кремик. Но что хочу вам сказать. У кого вот реально очень-очень-очень сухие руки и никакие крема вам не помогают, очень советую просто от души приобрести вот такой вот крем 10% Урея. Потому что вот я намазала руки, и он буквально за один раз мгновенно делает ваши руки увлажненными,
мягкими и напитанными. Ни один крем вот из этой кучи магазинных, всяких разных кремов этого вам никогда в жизни не сделают. Это были вот такие вот мои советы по уходу за очень сухой кожей рук. И надеюсь, я была сегодня кому-то полезной. Не зря сняла это видео, потому что очень долго сомневалась, нужно ли это делать или нет. Все-таки, как я уже сказала, это, ну вот, вообще не моя тема. Пишите в комментариях, как вы боретесь с сухостью рук, какие средства ваши любимые, какие у вас, может быть, есть находки, может быть, что-то я себе тоже по вашим советам возьму на заметочку. Ну и все, будем закругляться. Всем пока и красивых вам ручек!